Всем привет! Сегодня мы ждем в гости Машу. Это владелица потерянной сумки с аукциона. И я очень переживаю, она приедет сегодня с Полтавы. Между прочим, с минуты на минуту. Она звонила уже, сказала, что подъезжает. Да. Вот, мы немножко поубирали дома. Вроде нормально все. Мне так интересно, как она выглядит. Ну, вроде по голосу милая девочка, и многие писали, чтобы мы обязательно отдали ей сумку, поэтому мы это сейчас все снимем вживую. Надеюсь, что все будет хорошо, и она хорошая девочка. Ставьте обязательно лайк, если вы хотите, чтобы мы вернули Маше сумку сегодня со всеми ее вещами. Блин, так интересно, на самом деле, что сейчас будет происходить, друзья. Мне тоже интересно. Очень волнительно. Обязательно поддержите нас в комментариях и оставьте подписочку, потому что мы реально очень нервничаем. Да. Как она отреагирует на камеры, как она отреагирует на то, что Юля... Может быть, она сейчас зайдет, заберет камеру и скажет, не снимайте. Ну да. И съемка наша накроется, и все. Очень страшно. Кошка тоже выходит встречать ее. Маша, я Юля. Я Влад. Привет. Привет. Лися, ты не против, что я буду снимать? Ой, да, снимайте, наверное. А я тебе с подарком принесла такую колу. Это у нас в Полтаве, она популярная. Вот, ну я немножко отлила, она очень вкусная. Ничего страшного, спасибо. Пожалуйста. Одевайся. А как Кисю зовут? Это Няша, моя кошка. Ух ты, как болото. Ну, да, я знаю, но изначально это был кот, и его звали Няш. А теперь она вот Няша, да. А как так возможно? Вот такая вот у меня кошка. А у меня вот, смотри, лапки. Лапки, смотри, какие у меня лапки. Маша, ты не против, если мы сейчас возьмем у тебя небольшое интервью? Нам просто интересно, каково это быть, ну вот, когда находят на аукционе твою вещь. И как ты ее потеряла, хотелось бы узнать. Хорошо. Проходи. Проходи, Маша. Ого, у вас тут как красиво. А куда мне садиться? Вот сюда. Отсюда. Присаживайся на диван. Печатки сейчас снимаю. Вау, у вас тут круто. Нравится? Я, кстати, нашла ваш канал на Ютубе. А как ты нашла? Присмотрела все выпуски. Как нашла нас? Ну, ты представилась Юля, я давай искать Юля, там столько было имен, фамилий, и все-таки нашла. Круто. Да, и там как раз была моя сумочка. Вчера выставили. Ну, очень круто сняли. Вот. А можно, кстати, сумочку увидеть? Да, это она. А чего она пустая? Все обратно нужно собрать. Мы просто разбираем сумки все обычно. Просто меня сильно беспокоит мой блокнот. Он же был, да? Вы там его вроде смотрели. Просто я без блокнота не могу. Там у меня такая ситуация приключилась. С парнем поссорилась, и только там у меня его номер телефона. Вот, я 2 года не могла никак найти. Ну, короче, я думала, что уже все. Ну, видишь, как все-таки неспроста. Сколько стоила на аукционе моя сумка? А ты вернешь нам деньги? Ну, просто... Я знаю, что ты хочешь нам вернуть деньги, но на самом деле не надо. Это все вот так вот. Подарок тебе. Класс, спасибо. Считай, большое. Что мы так и хотели, найти хозяйку. На самом деле, это большой сюрприз для нас был, что ты... Не отключен был телефон, да. И что а ты отреагировала. А какой сюрприз это вообще? Так нервничаю вообще. Мне просто так непривычно, что мы нашли владельца чемодана с аукциона. Ну как чемодана, сумки. Вроде скажи, бы пожалуйста. Обычная сумочка, она аукционе продают. А, ты блогер, да? Да, я блогер. Там просто были идеи для видео, DIY, там еще что-то. Ты что-то хотела снимать или снимаешь где-то? Может, у тебя есть подписчиков? Сколько у тебя? У меня 50 подписчиков, 50 тысяч. 50 вот. Тысяч? У нас меньше, у нас вот. Сегодня 7 тысяч исполнилось. А, ну на Ютубе. На Ютубе. А я в Инстаграме. Вот, у меня там своя группа есть... Называется Полтава Сити. О, класс. Там все полтавчане у нас. Интересно. А вот то, что ты писала идеи для видео, ты это не осуществила, да, на Ютубе? Нет, ну я хочу создать канал, да, но мне кажется, как раз это будет позднее. Может, нам нужно снять нам совместное видео какое-то? Сейчас подписчики очень любят видео со слаймами.
24 часа, может, челленджи какие-то поснимаем, раз ты к нам приехала. Так просто, далеко. Маша, ты знаешь, что у нас очень востребованный гость. После того, как мы смогли найти владельца по номеру телефона, то есть тебя, наши все подписчики просто взбудоражены, они в сумасшествии. А я читала комментарии. Покажите Машу, хотели найти тебя тоже. И вот такой вот сюрприз мы сегодня им сделали, поэтому поставьте обязательно лайк. Я думаю, достойна эта встреча. Маша ехала к вам из Полтавы. Сколько ты ехала по времени? Два часа ехала. Ну, это ни много, ни мало, но, тем не менее, потратила свое время. Вот. Сразу блокнот достану. Да, Маша, сейчас мы тебе покажем. Покажем, а отдадим блокнот. Да, я себя в Инстаграме в группе написала, что еду к блогерам снимать видео, так что там все ждут. Ну, мой блокнот. Очень интересный блокнот, мне понравился. А вы все перечитали? Ну, чуть-чуть. Ну, в принципе, ничего такого нету. Очень интересно, что здесь куча всяких записей и твоих. Тогда не будем читать. Да, не будем читать личные блокноты, хотя, наверное... Ты уже сама, наверное, да, забыла? А там еще был мой маникюрный набор, вот, мне, конечно, без него было плохо. Сейчас же дорого, это вот все ножнички. Да, ножницы, там пилочка и пинцет. Я гордилась своим маникюром. Там написано «люкс». Да. Люкс качества. Да. Круто. Люблю такое. Ну хорошо, тогда мы, конечно же, тебе отдадим. Скажи, пожалуйста, для чего ты возила с собой клей? На самом деле, я не знаю, поверите мне или нет, но иногда случается, когда к тебе в Полтаве подходят люди и просят клей. Серьезно? Да. Просто клей с собой? Да. Вот у нас там бывает... знаете, типа, есть такие люди, которые подходят, и вот им что не хватает, то ли поговорить, то ли что, и говорят, а можно мне понюхать что-то? А у меня есть клей. Не, ну вы еще смеетесь, но это правда. Какой ужас. Да, ужас. А как тебе Харьков? Ты успела погулять? Нет, я только с поезда. А куда хочешь сходить в Харькове? Ой, я даже не знаю, я Харьков плохо знаю. Друзья, может, давайте сейчас... Экскурсию устроим. Да, давайте сейчас соберем здесь... Сколько? 300 лайков? 300 лайков, 300 да. лайков. Если здесь наберется 300 лайков, то мы снимем на видео то, как мы устраиваем экскурсию по городу Маши. Потому что она впервые в Харькове, и... Впервые же ты в Харькове? Да. И ей будет очень интересно на неё посмотреть. Познакомиться с... Машей, Маша, кися вообще уматная. Где ты путешествовала со своей сумкой? Как ты ее вот потеряла? И как, ну, ты надеялась, что ты ее еще найдешь? Нет, вообще не надеялась. Я с ней уже, наверное, проходила до того, как я ее потеряла, где-то год с ней проходила. Если даже, ну, больше, по-моему, 2 года где-то с ней проходила. Получается, тогда только актуальный был Инстаграм, и вот эта вот иконка как раз была тогда в моде. Сейчас же новое обновление, а это как раз старое, поэтому я купила, вот. Я была в Европе. В Будапеште, вот. Ой, класс. Там потеряла? Да. Капец. А ты не надеялась, что ты ее найдешь? Ну, знаете, всегда была такая надежда, что кто-то да позвонит. Но через два года прошло, ну, блин. Я о ней уже и забыла, честно. Ну, 2 года. Ну, что такое 2 года? Ну... Это просто, конечно, тебе очень повезло. Но, тем не менее, ты... Я не пойму просто по твоему сейчас состоянию. Ты рада или нет? Или просто повод бесплатно приехать в Харьков? А, смотрите, ну сумка как бы, да, она для меня дорога, блокнот так вообще тем более, но самое главное, что я смогла познакомиться с вами, это вообще Ой, для ну, меня. Очень приятно. Давай 5. Новые знакомства, это вообще для меня супер. Ну, будем теперь с тобой дружить, может быть, будем снимать еще видео. Давайте спросим у подписчиков, хотят они видео с вами. И какое видео снять с Машей? Да, пишите в комментариях, будем придумать. И будем приглашать еще Машу к нам в гости. Может быть, вы хотите, чтобы мы распаковали вместе с Машей какой-нибудь чемодан с аукциона? Или аукцион с чемодана. Да. Или сняли что-то связанное. Мы вместе поехали куда-то на аукцион в Европу. Почему бы нет? Можно. Ну все, давайте тогда пить чай и будем уже говорить всем пока-пока. Было приятно с вами поделиться, дорогие подписчики, нашей ситуацией. Будьте добры. Возвращайте вещи, которые вы находите. И еще это важно. Я хочу сказать, что тот, кто не понял всей этой ситуации, до сих пор смотрит это видео, ссылочку на видео, где мы обнаружили Машу и вообще эту сумку. Кто такая Маша? Да, вы можете посмотреть по ссылочке, в общем, видео это. Да, и обязательно подписывайтесь на этого человечка. Он такой добрый.
Спасибо. Мы вас любим, целуем, обнимаем. Нажимайте колокольчик на моем канале, подписочку и ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем пока. Всем пока, мы вас обнимаем.